Камчатские осужденные написали тотальный диктант. Проверили свою грамотность больше 50 человек. Местом проведения диктанта были выбраны женская исправительная колония и колония общего режима. Текст диктанта читали волонтеры. Писали его и те, кто имеет среднее школьное образование, и те, у кого два высших. Организаторы предоставили готовые бланки и текст. В этом году его автором стал писатель Андрей Герасимов. Он подготовил тексты, посвященные основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Как отметили осужденные, которые писали диктант, текст был несложный, но охватывающий большинство правил русского языка. Результаты станут известны до конца октября. Я считаю, это мероприятие очень полезно не только для граждан Российской Федерации, но и для осужденных в частности, потому что если человек является осужденным, это не значит, что он должен быть отрешен от какого-то развития, от образования. Такие мероприятия проводить нужно, как я считаю, не раз в год.